зажигательная музыка, скорость, драйв, экстрим. Сегодня любительский автокросс. Скажите, пожалуйста, для чего вы это проводите? Ну, в первую очередь, чтобы приятно провести выходные, для новых знакомств, общений, чтобы все водители могли себя как-то проявить, чтобы они могли оторваться непосредственно здесь, на трассе, а не гоняли в городе. Воплотить, может быть, какие-то свои спортивные мечты, желания, непосредственно показать, на что он способен. Сегодня в основном представлены наши отечественные Нивы. Они показывают себя самым наилучшим образом. То, что полный привод. Но также есть два участника, которые ездят на красной пятерке. Это отец и сын Волковы. Они постоянные наши участники в автокроссе. Что нравится, дружеское такое отношение, товарищеское, поддержки, спортивный дух. И вообще такие мероприятия, я считаю, что необходимы для того, чтобы люди научились правильно ездить, чувствовать динамику в машине. Интересно, все это напоминает компьютерную игру. Единственное, что флажком должны махать красивые девушки.